Добрый день, перед нами холодильник Атлант с нижней морозильной камерой. То есть это обычная капельная намерзающая модель, без No Frost. Вызвали мастера, что мастер сделал? Поменял фильтр, впаял шредер, ну, заправил фреоном. Спустя некоторое время, ну то есть тут же месяц, вот как мы видим, модель МХМ-1716, потек контур обогрева дверей. То есть мастер посчитал, что контур Атланта самый надежный и, соответственно, не стоит его убирать. То есть, как мы видим, контур обогрева дверей сгнил. Достаточно много мастеров оставляет контур обогрева дверей, и в случае, если он даже потек со временем, они приходят бесплатно переделывают. Даже такое вот слышал в сети, интернет.